Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Смотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема, ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Прессинг будет, судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно... Смотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Прессинг будет, судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно... Смотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Прессинг будет, судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Очень радостно видеть полные трибуны на матчах в непростое экономическое время. И спасибо за это болельщикам. Они приходят и создают потрясающую, правильную атмосферу на стадионе. Игра началась, смотрим. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Есть поддержка здесь. Потеря. Все, в оборону. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший.